Представители муниципалитетов региона сегодня стали участниками селекторного совещания. По видеоконференц-связи населенные пункты получили исчерпывающую информацию о том, где смотреть телеканал «Север». Напомню, с января этого года в связи с оптимизацией бюджета главный телеканал региона ушел из пакета «Триколор», сэкономив тем самым 24 миллиона ежегодно. Альтернативой дорогостоящему «Триколору» стало менее затратное и более качественное вещание в пакете «НТВ+» и вещание в интернете. Цель селекторного совещания – объяснить сельскому зрителю, где и как сегодня можно смотреть телеканал «Север». Еще в прошлом году руководством телеканала совместно с Департаментом региональной политики были определены альтернативные «Триколору» источники вещания. Жители населенных пунктов к нововведениям отнеслись с пониманием. К счастью, в некоторых селах есть самый современный интернет. Скорость позволяет смотреть телеканал и в онлайн на официальном сайте телеканала или через специальное интернет-приложение на платформе vintera.tv. По интернету, значит, как говорили, 500-ка тянет свободно, 200-ка даже тянет. То есть, кто подключился на эту скорость, смотреть могут. То есть, новости я сам этим пользуюсь, принципиально не покупал я этот «Триколор». Жители подходят, конечно, спрашивают. Мы также советуем покупать НТВ. У кого-то НТВ есть, но как сейчас выясняется, что это старые модели, они, вероятно, не потянут. Так скажем, ажиотажа какого-то нету. Там, где возможности интернета не позволяют смотреть телеканал «Север» в онлайн, на помощь придет НТВ+. У нас, в принципе, проблем с этим нету. Специалистов хватает, те, кто установит тарелочки. Только остается закупить НТВ-плюсовские ресиверы и все. Технические специалисты телеканала «Север» поясняют, тем, у кого уже есть тарелка «Триколор», необходимо только приобрести новый ресивер НТВ+. Купить новые ресиверы предстоит и тем, у кого был старый. Только в этом случае в домах у жителей округа снова появится телеканал «Север». «Север» показывает только в формате МП4. Если старый ресивер МП2, телеканал «Север» показывать не будет, так как это устаревший формат, и в нем мы не вещаем. Поддержать сельского телезрителя готовы не только словом, но и делом. Самым отдаленным населенным пунктом округа в ходе селектора предложили помощь по централизованной закупке ресиверов НТВ+. Может быть, имеет смысл собрать списки и предоставить нашим компаниям и поставщикам и работать как раз по списку. То есть централизованно вы можете предоставить списки, которым необходимы, которые готовы оплатить это все дело. Здесь местная компания, то есть самая дешевая, там, привезут эти ресиверы и уже отправим к вам в деревню. Для этого главам муниципалитетов необходимо выявить реальную потребность населения в приемниках и предоставить списки в Департамент региональной политики. Кроме того, в ближайшее время Ненецкая телерадиокомпания запустит телефон горячей линии для жителей населенных пунктов округа. Звонок на номер с кодом 8800 будет совершенно бесплатным. Наши специалисты ответят на все возникшие технические вопросы. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».